Да. Повернись. Да блин, ну Серега. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кинганчпук, Васаби Скромник, Чубазаврик, Серега, Данила, Кокуас, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет, всем летики. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, и пришло сотни комментариев под роликами на почту, везде вы завалили, чтобы мы записали прятки. Поэтому, если пять кушки, приятного аппетита, а у нас новейшая карта, которая вышла час назад, и режим прятки. Погнали! Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, поднимаем людям настроение, тем самым продлеваем жизнь. Если вы хотите прожить миллион лет, надо смотреть ролики на канале Димас.ТВ. Вот, кстати, знаете, сколько мне лет? Мне же 900 тысяч лет, чтоб вы знали. Ого, Серега. 1 миллиард. 1 миллиард, а? Надо каждый день смеяться. Где этот аниматроник? Ты что, там запутался в лестнице, что ли? Давай, быстро. Я застрял. А что ты? Е нажми. А, ты просто иди прямо и влево нажми. Во-во-во, видишь? Отлипнуть надо уметь. Прилип. Серега, давайте делаем как обычно. Кого он первого найдет, тот будет лохом. Я нет, я первый не буду. Не-не-не-не-не. Так, я постоянно слышу, как Серега летает. Да-да-да, кстати, Серега, твой рэгдолл какие-то стрёмные звуки издает. Головастик. Я думаю постоянно, что я кого-то убиваю дверью. Да? Да. Ой. Чё там, калитка не открывается? Да? Какая калитка? Ты о чём? А где он? Дима, я в трансформаторе. Я понял, я лечу наверх. Он где-то здесь опять пришел. Так, я его слышу. Где же он? Вот, вот он. Я думаю, не спустился. Нет. Он где-то здесь. Да он невидимка. А вот он. Да какой невидимка? Я вот он. А он и так нас убьет. Зачем он невидимка, да? Это же киборг-убийца-аниматроник. Фокси. Так, Серега, мешает. Ну это же продумано все до мелочей. Ищи, ищи, ищи. Никого, ладно. Да? Ну мы хорошо запрятались, согласись. Карта как бы не сильно большая. Но если учитывая, сколько здесь прикольных нычек и куча всего, то он у нас будет искать минут 40. Поэтому это, ребята, будет серия разделена на 4 части, да? Пятая серия. Он нашел игрока. Так, будь осторожен. А потом потерял. Кстати, я, Серега, знаю, где ты заныкался. Хочешь, я ему подскажу? Давай. А, знаешь, где он, Васаби Скромник? Уже молодец! Ко мне подлетели люди, я был... Ну что, Сережечка, не хочу признавать, но ты первый, да, кого он нашел? Это что означает? Ну ничего страшного. Серега, я подумал, это планктон. Ой, Серега. Молодец. Так, ну что, пацаны, кого он найдет второго, третьего? А, ну да, второго получается. Тот будет полулох. Ну, 1/4 лоха получается. Да? А, ну все, минус. Ой, извини, Данила, ты получается у нас второй. Значит, ты полулох. Он 1/4 лох. Так, Серега, я тебя слышу. Где ты? Фокси бежит, бежит. Слышишь? Ну, вы, получается, кто, кого нашли? Сколько человек ищет? Трое? Серегу, Данил наш. Я Серегу нашел, я Данилу нашел, Серега Данил. Я одного чего нашел с ником Райли. 4 на 4, да? Поровну все. Это Серега, я еще хочу тебе подсказать, здесь можно прятаться под водой. Да я знаю. Да ты гонишь, наверное. Опять серьезно? Нет, он не врет. Не, серьезно, тут я видел, как чувак прятался под водой. Я просто хочу. Не прячься. Да. Да. Повернись. Да блин, ну Серега, ну пожалуйста. Сережа. Ну Серега, ну блин. А как ты догадался, да, что блин. Я там прячусь? Да потому что тогда вот заходи уже, Фокси. Так. Ты уже как-то палился. А я не а как я палился? Палился по интонации твоего голоса. Убили кого-то? Нет, а кого мы еще, не нашли? Отлично, отлично. А кого мы еще не нашли? Мы? Да. Давайте перекличку, кого не нашли?
Мы King of Fire не нашли, Растишку не нашли. Да. И, и все. Так, я под воду. Мне кажется, не под водой, ребятушки. Давайте под воду. Полетели. Удачи тебе, Дима. А ты искал под водой кого-то? Я искал. Нет. Под водой. Блин, тут там такое не немножко было. Обозрение не очень-то. А там все темно, как в жопе. Да-да. Ой, я вижу кого-то. Вот тут, блин, нычки классно. Ну, блин, ну почему я здесь не заныкался? Представьте, вот тут заныкаться вот здесь вот. Просто читерская нычка. Это я бы победил 100%. Серега, здесь такие нычки были гениальные. Ну, ты шо? А меня бы не нашли, Дима, если бы меня не спалило там. Ну, это пробы прям на меня подлетели большие. Ну, вот и честно скажу, нычка была у тебя не сильно скрытная. Серега, ты знаешь, особо незаметная. Да? Серега, я сначала пошел просто проверить, что там есть. Там, короче, увидел проб летающий стул. Ну вот, о чем я и говорил. Видишь? Я спалили, Серега. Пропы летающие, именно люди спалили. Так, это я никого не могу найти. Где вы? О, что? Никого не нашли, это он всех убил. Так это он взял аниматроника, который бьет на расстоянии. Кингофайра убил, не, Кингофайра убил. Понял. Так это аниматроника на расстоянии. А здесь? В смысле, ты сидел в этом... О, голова, привет, пошли вместе искать. А где? Всех получается нашли. Нет, Растишка еще. Еще Растишка, это самый читерский игрок у нас. Так что, получается, Растишка самый лучший прятальщик? Я, кажется, знаю, где он. Где он? Где он? Давайте, все за ним. Он шел под воду и куда-то максимально вдаль. Тут хотя обзор ограниченный под водой. А-а-а, давайте в угол. Все под воду, ребята, все под воду. Он под водой. Плохо обзор, все, но мы его найдем и убьем. Обзор вообще кончепотовский. Вообще, Галива, нифига не видно. В смысле? А где ты? Я на постройке именно. Он может быть нифига на дереве. Нифига себе далеко. Либо... Может, он специально так говорит? Но карта большая. Карта очень. Она очень гигантская. Я заметил, тут море просто гигантуская. Кто-то в ноуклипе летает, а? Это я, Серега, наверное. Я так, ищем я этого думаю, подлеца. Он, возможно, либо на дереве, либо на кране, либо на желтой банке. Найдем, нас много. Смотрите, 7 человек ищут одного. Но мы же найдем по-любому его, 100%. Да, Серега? А он... Да. Дима, он, знаешь, это куда-то случайно по текстурке провалился. Так, ищем. Мы же лучшие аниматроники, правильно? Значит, найдем. Нету здесь. Блин, карта запутанная, прям очень много нычек. Здесь нету. Может, он под водой все-таки нас специально в заблуждение вел, чтобы мы его не искали под водой? Я честно говорю, я не под водой. А где ты? А вдруг ты врёшь? А не скажу. Ах ты хитрый. Если ты под водой, значит ты обманщик. Да что, Димас? Ой, извини. А я вы когда вижу какое-то чувак движение, сразу хочется всех убивать. Психологическая травма. Для профилактики, правильно, Серега. Что я плохого сделала? Кнут и пряник. Пряники кончились. Да. Нету. Я уже все обыскал, все калитки прям. Ну, нычек миллиард здесь, просто миллиард. Пацаны, где он? Я его тоже найти не могу. Ах ты хитрый. Выходи. Семь человек не могут одного найти. Что за читер? Все-таки, наверное, под водой. Ой, кого-то убил случайно. Дима, ты не всех убьешь. Ну я не хотел, я не хотел. Честно? Ну так. Ха-ха, не очень. Психологическая травма, я же говорил. Я не могу его найти, я не знаю, где он, Серега. Я тоже не знаю. Он еще лифт. Он под водой. Он под водой. А может на вышке там? Так. Я на вышке только что смотрел, Дима. Его там нет. Там слишком мало пространства. Тем более там начали... Ну да, не могу заныкаться. Блин, а где же он? Хитрец, выходи. Дай подсказку. Дай подсказку, да. Я на башне самой высокой.
Так я там нет. Нет. Я понял, где нет, он. Там есть. Крыса. Самая высокая башня. Ой, Серега, извини. А где он? Вы у меня очень руно. Я его вижу. Он наверху. Можно, Дим, брать тот, кто телепортируется? Да, можно. А где он? Подскажи. Он, короче, видишь вышку, где еще там крутится фигня? Да. Он там. Уже его... Нет, подожди. А где он? Внимай его здесь, он обманул. Блин. Эй, обманщик! Может, может здесь? Не знаю, где он, пацаны. А кто летает? Да это я уже хочу убить его сильно просто. Нема! Сдаться? Не, так давай подсказку еще. Какой я на маяке! Какой маяк? Тут нет. Тебя нету там, ты врешь. Обязательно обыщите. Да я врал аниматроника, который бьет на расстоянии. Я бы тебя убил 100%. Ты да врешь. Ну что, пацаны? Прощайте. Не, ну ты чего? У меня все зависло. Да, зависло, но вроде бы не сильно. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. А это теперь Серега был, я так понял.